Анонс 7 по 10 серии 2 сезона сериала «Знахарь». В 7 серии дочь Анны Забалкиной Аля серьезно больна, но очередь на трансплантацию слишком велика, и девочка вряд ли сможет попасть на операционный стол вовремя. Егоров готов помочь Анне, даже если ради этого ему придется поступиться своей многолетней обидой на отца. Виолетте кажется, что ей теперь 14 лет, и она по-детски влюблена в Андреева. Павел поневоле вступает в противостояние с Шульгиным на место в операционной. Из-за проводилась свою работу, они конкурируют до тех пор, пока оба не оказываются в заложниках. Наталья понимает, что Корчин решил от нее избавиться, и делает упреждающий ход, который дает понять Корчину, что они с Натальей одной породы. Тем временем друг семьи Аристовых Мельниченко продолжает свое расследование, выясняя новые подробности смерти отца Виолетты. 8 серия. В Петербурге оперирует Алевтино. Анна не находит себе места от волнения за дочь. Для того, чтобы все получилось, каждый должен выложиться по полной. Наталья окончательно занимает лидирующее положение в новом медиа, отодвинув Корчина. Их отношения, напоминающие танец гремучих змей, продолжают развиваться. Андрееву приходится рассказать Виолетте все, что он про нее знает. Через отрицание с помощью гипнотерапии Варламовой Виолетта наконец вспоминает все стертые моменты своей 26-летней жизни. В 9 серии Виолетта созванивается с Натальей. Этот разговор имеет роковые последствия для обеих сестер. Пытаясь в очередной раз спасти Виолетту, Андреев сам получает ранение. Теперь уже Виолетте придется собрать все силы, чтобы помочь своему спасителю. Наталья, опасаясь за свою жизнь, стремится как можно скорее покинуть медицинский центр, в котором еще недавно находилась на грани жизни и смерти ее сестра. Тем временем расследование Мельниченко приводит того к новым фактам и к новому подозреваемому. Однако эта ниточка очень своевременно для кого-то обрывается. В 10 серии Наталья пытается разыскать Андреева, чтобы через него выйти на Виолетту. Анне по личным мотивам приходится нарушить данное Павлу слово и выдать его местоположение. Попавший в нейрохирургию мальчик может стать донором для Алевтины, но на пути слишком много преград, времени все меньше, а у девочки в этот момент случается сердечный приступ. Андреев пытается разобраться в своем сложном отношении к Виолетте. Не менее смешанные чувства обуревают и Корчина, особенно после слов Натальи о том, что она нашла свидетеля против него. Наталья приезжает к Виолетте, однако долгожданная встреча сестер совсем не то, чем кажется на первый взгляд, ведь Виолетте и Андрееву уже вынесен приговор. Посмотреть 7 по 10 серию вы сможете с 20 по 23 декабря.